26 октября прошлого года вступил в силу федеральный закон о гражданстве Российской Федерации, а также указ президента о подтверждении положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства. В апреле этого года начальник отдела по вопросам миграции подробно объяснила причины, по которым эта печать нужна. Их всего три. Получение паспорта ребенка, достигшего возраста 14 лет, выезд за границу и получение прописки. Например, отметка требуется при регистрации, перерегистрации по месту жительства, либо месту пребывания ребенка до 14 лет. При оформлении заграничного паспорта, возможно, требуется отметка при оформлении каких-либо пособий, либо льгот, в случае, если законодательством государственного органа предусмотрено ее наличие в свидетельство о рождении. Также отметка будет необходима при пересечении государственной границы, где возможен въезд без оформления заграничного паспорта. Например, это Абхазия либо Белоруссия. Во всех остальных случаях наличие отметки гражданства Российской Федерации не обязательно и носит добровольный характер. Печать не требуется для зачисления ребенка в дошкольные и школьные учреждения, получения пособий и других вопросов. Но несмотря на четкое указание причин, по которым требуется гражданство, в миграционной службе продолжают выстраиваться очереди и организуются ночные дежурства. Наша съемочная группа попыталась выяснить, в чем же причина такого ажиотажа, который вызывает постоянное недовольство азовчан в социальных сетях. Но, увидев камеру, большинство ожидающих озвучивать повод, по которому они стоят в очереди, не захотели. Приезжала в понедельник, они записываются. И в итоге, если время у них истекает, они приходят, выходят и говорят, все, мы закрыты. А люди, вот мне сколько раз говорили, с вечера приходили и за неделю записываются, и кто-то может пройти, кто-то нет. Основные мотивы, которые были озвучены без камеры, это желание на будущее оформить загранпаспорт, предварительно поставить печать на случай, а вдруг пригодится, или ребенку через 2-3 года получать паспорт. К сожалению, именно такой поток желающих поставить печать и создает искусственный ажиотаж. По этой причине молодые родители не могут прописать новорожденных. Дети, достигшие 14-летнего возраста, получить паспорт. А у кого действительно куплены билеты, выехать за границу. Убедительная просьба сотрудников миграционной службы к жителям города не создавать искусственный ажиотаж и получать отметку о гражданстве Российской Федерации только в случае реальной необходимости. Мария Урамова, Владимир Чекунов, Азов.Инфо.